вечер, уважаемые телезрители. Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Жизнь – это лабиринт, в котором мы ошиблись поворотом еще до того, как научились ходить. И чтобы нам выбраться из этого лабиринта, нужно полагаться не только на разум, но и на чувства. А чувства мертвы, если не давать им пищи, главнейшей из которой естественно является музыка. Вы понимаете, к чему я клоню. Мы начинаем. Сегодня с нами здесь концертный оркестр Республики Беларусь. Наши игроки, они появляются в студии. Давайте встречать их аплодисментами. Добро пожаловать, уважаемые участники. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Время не ждет. Мы начинаем сегодняшнюю программу незамедлительно. Добрый вечер, уважаемые игроки. Да посылайте вы эти воздушные поцелуи и приветствия всем в течение всей программы. Не надо делать это робко, чуть-чуть смущаясь. Это же ваша программа, это ваша площадка, и вам на ней блистать. Позвольте, я вас представлю нашей аудитории. Знакомьтесь, участница под номером один, Елена Дмитриева, город Москва. Лена – инструктор физкультуры, любит музыку, с детства играла в ансамбле на гитаре. Лена увлекается гороскопами и может сказать, что наша программа, родившись под счастливой звездой, еще долго будет дарить праздничное настроение своим почитателям. Елена Дмитриева! Участник под номером два – Илья Муртазин, поселок Монино, Московская область. Илья – ничем не исправимый оптимист, которому чувство юмора помогает преодолевать жизненные трудности. Он самостоятельно изучает иностранные языки, любит природу и животных, а его музыкальные кумиры – группа «Абба» – Илья Муртазин. И участница под номером три – Татьяна Спатурова, город Кострома. Таня – легкий на подъем человек, любит своих домочадцев, для которых вкусно готовит, вяжет и шьет красивые вещи. Она встает и засыпает с песней, и даже ночью ей снятся цветные музыкальные сны. Татьяна Спатурова! Уважаемые игроки, это не сон, это явь, и здесь будет много музыки, вся она будет цветная, яркая, брызжущая. Я объявляю начало первого тура! Лена, вы участница под номером один. Вам я даю высокое право выбрать категорию. Прошу. Первая-первая нота. Первая-первая. Итак, категория «Любовь – обманная страна», песня о несчастной любви. Нота номер один в этой категории. 40 рублей за правильный ответ. А рубль нашей сегодняшней программе будет равняться норвежской кроне. Итак, все по порядку. С самого начала, с самых азов. Слушаем музыку. Татьяна. Любовь здесь больше не живет. Любовь здесь больше не живет. Влад Сташевский, совершенно верно. Да, угадана. Итак, начало, многообещающее начало игры положено. Первая категория, первая мелодия. Угадана практически моментально. Таня, ваш выбор. Музыкальный фольклор. Музыкальный фольклор в этой категории. Нота? Один. Нота номер один. 80 рублей. Слушаем. Да. Среди долины ровные. Среди долины ровные. Совершенно верно. Да. Уважаемые соперники Татьяны, а где аплодисменты в ее честь? Я не видел, не слышал этого. Вот так. Отлично. Таня, прошу. Продолжаем. Продолжаем играть в категории «Музыкальный фольклор». Нота? Два. Нота номер два. Отлично, слушаем. Ха-ха-ха, Таня была первой, да. Калинка. Калинка-малинка, совершенно верно, да. И опять я с укором смотрю на Елену, я с укором смотрю на Илью. Я аплодисменты в адрес Татьяны. Уважаемые игроки, через секунду она будет аплодировать вашим победам. Таня, прошу дальше. Продолжаем. Итак, категория «Музыкальный фольклор». Слушаем музыку в какой ноте? В третьей. Нота номер три. Слушаем. Мелодия называлась «Матушка, голубушка», ее никто не угадал. Право выбора категории переходит к Илье. Илья, я хочу послушать вас. Извините, Аббы здесь, к сожалению, нет. Итак, ваш выбор. «Любовь – волшебная страна». «Любовь – волшебная страна». Вернее, «Любовь – обманная страна». Вы чуть-чуть ошиблись. Итак, песня «Несчастная любви». Нота? Три. Нота номер три. Отлично, слушаем. Да, Илья. Сейчас. Спокойно, не волнуйтесь, вы ответьте, кто исполняет эту песню, знаете? Знаете. Ну, а дальше вспоминайте слова. Сейчас, секунду. Илья, 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 нет времени на раздумья. Надо отвечать, отвечать, отвечать. Илья, ну хотя бы что-то. Ну вы же нажали кнопку, значит, знали. Илья, раз, два,
Кристина Арбакайте. Без тебя, без тебя. Так называлась эта мелодия. К сожалению, вы ее не угадали. Две мелодии, вы вне игры. Ничего страшного, они быстро пролетят. Право выбора категории передаю Елене, которая зажимала аплодисменты в адрес Стадена. Но она поправится, потому что она улыбается. У нее хорошее настроение. Прошу. Любовь обманная страна. Любовь обманная страна. Нота номер два. Отлично, слушаем. Отношения без умоляний и просьб о прощении. Ну, естественно. «Если можешь простить», так называлась эта песня, исполняла Изабелла Юрьева. Татьяна, прошу вас, выбирайте. Давайте фольклор закончим. Давайте музыкальный фольклор. Единственная оставшаяся четвертая мелодия. Слушаем. Да, Таня? Ой, прилушку, прилушки. Совершенно верно, да, конечно, угадана. Над Ильей зажигается свет, уважаемые игроки. На этом первый тур нашей программы заканчивается. Пока блещет только одна Татьяна. Но у вас будет прекрасная возможность догнать Татьяну во втором туре, в котором я увижусь с вами через несколько мгновений. Прошу вас, зайдите на поле, уважаемые игроки. Итак, игра пошла, пока она идет только у Татьяны. Но Елена и Илья, я уверен, догонят ее. И будет интересный второй тур, интересное соперничество. Дорогие друзья, первый тур можно назвать разминкой, можно назвать квалификационным заездом, если пользоваться терминологией Формулы-1. Все серьезное начинается гораздо дальше. Во втором и третьем туре. Второй тур начинается. Давайте встречать наших игроков. Они появляются в студии. Добро пожаловать еще раз и занимайте ваши игровые места. Мы начинаем второй тур нашей программы. На самом деле, у меня была секунда поразмыслить о причинах ваших неудач, уважаемые Елена и Илья. Все заключалось в одном. Вы не аплодировали Татьяне, своей сопернице, когда она выигрывала и угадывала. А вот она обязательно бы аплодировала, если бы ей была дана такая возможность. Я уверен, что сейчас есть ей такая возможность. Будет дана, я объявляю начало второго тура! Татьяна, выбирайте, вы лидер, прошу. Романсы. Романсы. Итак, в этой категории только романсы. 50 рублей стартовая цена. Поехали. Татьяна. Я помню вальсы, звук прелестный. Ох, к сожалению, вы ошиблись. Ох, к сожалению. Вы поторопились. Глядя на луч пурпурного заката, так назывался этот романс. Итак, внимание, Елена и Илья на площадке. Смена. Вернее, не смена, а отстранение лидера. Таня, всего две мелодии. Вы вне игры, они быстро пролетят. Право выбора категории у Елены. Елена, прошу. Шлягер 80-х. Шлягер 80-х. Песня популярная в 80-х годах. 50 рублей стартовая цена. Поехали. Да, Елена, вспомнили? А когда пройдет метель, я дорожку проведу. Золотую карусель потихоньку заведу, совершенно верно. Знаете, это одна из моих самых любимых песен в творчестве Аллы Борисовны Пугачевой. Она настолько мелодичная и спета очень красиво и искренне, как, в общем-то, все, что поет Алла Борисовна. Отлично, выбирайте. Там же. Остаемся в категории «Шлягер 80-х». Поехали дальше. Да, Лена? Жанна Агузарова. От Москвы, верно, до Ленинграда. И обратно до Москвы. Все танцуют ленинградский рок-н-ролл. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. А смотрите, как озорно и с каким чувством аплодирует вам Татьяна. Лена, вы этого не видели, я это видел. Таня, вернитесь немедленно в игру. Немедленно вернитесь в игру. Над вами зажигается свет. Лена, выбирайте. Там же. Остаемся в категории «Шлягер 80-х». Отлично, слушаем. Да, Илья? И в печали, и в радости жду. Играем, музыкант, я буду верить, совершенно верно, да. Вот и у Ильи пошла игра, наладилась игра. Таня, заметьте, что за эти три мелодии ваши соперники вас уже обогнали по количеству очков. Давайте собирайтесь и догоняйте их. Илья, выбирайте. Так, давайте попробуем. Ну, опять же, там же, «Шлягер 80-х». Слушаем музыку. Да, прошу, Илья. «Моя любовь». Кузьмин. «Моя любовь», да, Владимир Кузьмин, совершенно верно, угадано, да. Прошу, убирайте дальше. Там же.
Нет, к сожалению, невозможно. Все четыре мелодии отзвучали. Тогда романс. Тогда романс. Отлично. Слушаем. Илья. Не, что-то там, меня без нужды. Не искушай! Не искушай меня без нужды, совершенно верно! Однако произошла резкая смена лидера. Таня, 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 что-то случилось. Ну-ка, давайте, давайте, потрясем кистями, разомнемся раз, раз и в бой. Илья, выбирайте. Давайте еще раз. Давайте, давайте еще раз, романс. Отлично, слушаем. Да. Я помню чудо мгновение. Конечно, абсолютно верно, да, Илья? Прекрасный ответ. По первому аккорду, выбирайте дальше. Там же еще есть? Есть еще одна мелодия, будете брать. Свеженькая, с пылу, с жару. Опа, поехали. Елена. Скажи это мне, скажи ты мне. Да, конечно, не покидай ты, мой голубчик. Совершенно верно. Скажи ты ей. Да, прошу, выбирайте. Так, давайте Резника. Давайте песни на слова Ильи Резника, замечательного поэта, который написал кучу песен для наших эстрадных звезд. Слушаем музыку. Таня? Поверьте, хоть проверьте. Золушка, совершенно верно, конечно, да. Отлично, выбирайте дальше. Дальше. Дальше играем в категории песни на слова Ильи Резника. Таня. Цыганский хор. Цыганский хор, да, конечно. Ага, Таня наверстывает упущенное в начале второго тура. Песни Ильи Резника, слушаем дальше, поехали. Далее. В недалекой стороне. Незаконно рожденный мой сын, совершенно верно. Да, конечно, конечно. Владимир Пресняков-младший исполняет эту песню. Уважаемые игроки, на этом второй тур заканчивается. Милая Татьяна, к сожалению, очков у вас оказалось к финалу второго тура меньше, чем у ваших соперников. Я вынужден вам сказать до свидания, всего вам доброго. Все зрители аплодируют Татьяне, потому что все помнят ее прекрасную игру в первом туре. Таня, спасибо огромное за ваше участие еще раз и всего доброго. Уважаемые игроки, Елена и Илья, увидимся в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые игроки. Итак, Татьяна, к сожалению, покидает нашу программу, а ведь как она ярко участвовала в нашей игре. Но Илья и Елена продолжают движение, они уже в третьем туре. Дорогие друзья, наша игра интересна именно своей непредсказуемостью. Во втором туре резко меняется лидер. До этого была Татьяна, потом выстреливает вперед Илья. Ну а что будет дальше, как всегда? Поживем, услышим, я предвкушаю интересную битву. А пока встречайте наших участников, аплодисменты, они появляются в студии. Добро пожаловать, прошу вас, занимайте ваши игровые места, Елена и Илья. Мы начинаем третий тур нашей программы. Елена и Илья, поздравляю вас в третьем туре. Особенно вас, естественно, Илья, потому что такой взлет. Вау, 1034 рубля за второй тур. А рубль сегодня равняется норвежской кроне. Это все-таки говорит кое о чем. О вашей музыкальности, о вашей эрудиции и так далее, и тому подобное. Вы лидер по итогам первых двух туров. Вам начинать. Подсказка номер один. Песня о любви к женщине, написанная высоким слогом. Прошу вас, Илья, начинайте. Я постараюсь отгадать эту мелодию с 7 нот. Ну, я с 6 попробую. Рискну с 5. Угадывайте. Угадывайте с 5 нот песню о любви к женщине, написанной высоким слогом. Слушаем. Очарована. Очарована, околдована, совершенно верно. Да, сейчас становится 1-0. Внимание, подсказка номер 2. Песня о творческом союзе двух представителей животного мира. Прошу вас, Илья, вы начинаете. Попробую угадать с 7. Я попробую с 6. С 5. А я с 4. Угадываю. Угадывайте с 4 нот песенку о творческом союзе двух представителей животного мира. Слушаем. Я на солнышке лежу. Я на солнышке лежу, конечно, песенка львенка и черепахи. Сейчас становится 1-1. Ага, какой накал страстей. Подсказка номер 3. Песня о несомненном преимуществе оптимистического взгляда на мир. Елена, прошу, начинайте. Я сразу с 6 попробую. С 5. Угадываю. Угадывая с 5 нот песню о несомненном преимуществе оптимистического взгляда на мир. Слушаем. От улыбки. Станет всем светлее, совершенно верно. Да, 2-1, 2-1. Подсказка номер 4. Песня о проводах в армию во времена Ивана Грозного. Прошу вас, Илья, начинайте. 7 нот. А я сразу с 5. С 4. Угадывай. Угадывай с 4 нот песню о проводах в армию во времена Ивана Грозного. Слушаем.
Тишина в студии полная, абсолютная. Илья, вам отвечать? Вы знаете, что в третьем туре нет времени на раздумья. Раз, два, три. Маруся от счастья слезы льет, как гусли душа ее поет. Сейчас становится 2-2. Внимание, сейчас будет разыграна решающая подсказка, потому что игра идет до 3 очков. Песня о радости коллективного творчества. Прошу вас, Елена, начинайте. Я начну с 7 минут. 6. 5. Угадывайте. Угадывайте. Итак, к концу торгов игроки стали немногословны. Песня о радости коллективного творчества. 5 нот. Слушаем. Вместе весело шагать. По просторам. Совершенно верно. Конечно. И сейчас становится 3-2 в пользу Елены. Илья, принимайте мои поздравления по поводу вашей замечательной игры, по поводу вашего замечательного участия в нашей программе. Вместе со всеми зрительскими аплодисментами. Но, к сожалению, вы проиграли 3-й тур, поэтому я вынужден сказать вам до свидания. Еще раз хочу поблагодарить за ваше участие. Аплодисменты, 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 уважаемая публика. Елена, увидимся в супер-игре. Прошу вас, зайдите на подиум. Итак, все-таки Елена, она вырывает победу у Ильи. Опять смена лидера. Вот такая у нас сегодня непредсказуемая и тем все более интересная игра. Уважаемые телезрители, с неизвестностью и сменами лидеров покончено раз и навсегда. Сегодня, только сегодня, определилась финалистка, участница нашей программы. Это Елена Дмитриева. Она будет рассказывать все мелодии. Вы, конечно, будете помогать ей своими аплодисментами. Давайте встречать ее. Елена, прошу вас на центральное место, потому что только вы в суперигре нашей сегодняшней программы. Лена, поздравляю, вижу, что улыбка не покидает ваше очаровательное чело. У вас прекрасное настроение. Вы уже послали серию воздушных поцелуев. Я уверен, что вы будете этим заниматься в течение всей супер-игры. Правила вам известны. У вас 625 рублей. Рубль сегодня равняется норвежской кроне. Будем все это приумножать. Я уверен, будем приумножать успешно. Ошибаться нельзя, можно пропускать. Вы знаете, что сейчас вам будут аплодировать зрители. Они уже аплодируют. Они желают вам победы. Готовы? Да. Поехали. Да. О чем дева плачешь? По Дону гуляет казак молодой, совершенно верно, да. Дальше. Пропускаю. Пока пропускайте, ничего страшного, дальше. Калейдоскоп огней, эти глаза напротив. Эти глаза напротив, совершенно верно, да. Дальше. Лена? Знакомая. Давайте пропущу. Пока пропускайте. Дальше. Пусть бегут неуклюже. Пешеходы по лужам, да, вода по асфальту рекой. Дальше. Яночке играет сам собой. Играй, играй, рассказывает Альяночка моя. Совершенно верно, конечно, на солнечной поляночке. Дальше. Проснись и попробуй жить. Да, не упускайте улыбку из открытых глаз. Итак, возвращаемся к мелодии номер 2. У вас еще 1 секунд, все нормально. Слушаем. Да, Лена. Это романс. Совершенно верно. Вспомнишь ли? Ну, цветы запоздалые. Лена, Лена, поаккуратнее, поаккуратнее. Соловьиные. Там он... Соловей нам насвистывал. Ночь напролет соловей нам насвистывал. Совершенно верно, конечно, да. Белая акация, гроздь душистый. Так называется этот романс. Да. Итак, у вас 6 секунд, всего одна мелодия. Мелодия номер 4. Слушаем. Кнопку! У вас нет времени. Лена, угу. Лена. Сейчас. Так, я сейчас... Очень нелегко, да? Поаккуратнее, поаккуратнее, ага. Поаккуратнее. Я вам дал направление. Где это было? Ну, это было с Орловой, совершенно которая верно. Танцевала на горле пушки. Да. И как это все называлось? Это очень высоко, что-то до неба далеко. В ритме вальса все плывет, она выигрывает суперигрок! Да! Конечно, конечно, конечно! Елена Дмитриева! Аплодисменты! Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты! И еще раз аплодисменты! Еще раз аплодисменты! И еще, и еще, и еще, и еще! Их не может быть мало, уважаемые телезрители! Лена, позвольте лично засвидетельствовать вам свое почтение!
Елена Дмитриева. Аплодисменты. Прошу вас, Лена, зайдите на подиум и покидайте нашу программу абсолютной победительницей. Итак, той самой женщиной, ядром выпущенной из той самой пушки, я перелетаю на себя. То самое ведущее место, говорю, все получилось, все сложилось, все удалось. Вечер прекрасен, жизнь прекрасна, уважаемые телезрители, когда есть возможность с вами встречаться на нашей программе. Всего доброго, пока.